меры предпринимаются администрацией с целью предупреждения распространения коронавируса? 17 числа губернатор провел штаб, введен режим повышенной готовности. Мы с своей стороны позавчера также провели штаб на уровне Волоковского муниципального района с 18 часов 18 числа. У нас введен тоже режим повышенной готовности. Все действия прописаны на данный момент, до каждого учреждения доведены. Промышленные предприятия, крупные промышленные предприятия, средние промышленные предприятия имеют свои регламенты по предупреждению заноса и действиям, если, не дай бог, это произойдет. Со стороны медицинских учреждений ведется со всеми приезжающими, особенно из-за границы, отдельный персональный контроль их физического состояния. Поэтому, конечно, это, так сказать, инфекция непростая. Мы видим, как она распространяется. Наша задача, конечно же, максимально предотвратить ее занос на территорию Балаковского муниципального района. Здесь большая, конечно, возможность и, наверное, ответственность каждого из нас о том, как мы будем выполнять элементарные правила безопасности. Татьяна Георгиевна на штабе подробно рассказала о простых 7 шагах, которые необходимо соблюдать каждому человеку. Ну и самое главное, конечно, это обращение ко всем людям, ко всем жителям, ко всем балаковцам, которые возвращаются из-за границы или из неблагополучных территорий, сразу же обращаться в медицинское учреждение для профилактических мероприятий о своем здоровье, дабы сохранить свое здоровье и здоровье своих окружающих.